Всем доброе утро, друзья! Готовлю завтрак для нас с Сашей. Так, кашу варила на ужин. Геркулесовая на молочке. На молочке со сливочным маслом. Ну и вот мы сейчас ее на завтрак-то и съедим. Вот так. У меня варятся сосиски баварские. Я тут покупала, нам понравились, в магните я брала. Вот так. Сейчас разогрею в микроволновке. Вот они варятся. Потом мне советовали купить цикорий. Сливочный. Это у меня так Саша открыл. Мы на завтрак попьем цикорий. По 2 ложечки я положу. Ну, сахара я вот себе добавляла. Я сейчас налью, вы посмотрите, какой. Мне понравился. Вот, у нас он стоит 84 рубля 85 грамм. Он уже с молочком. Саша, я пока не буду наливать, а себе сейчас я налью. И то надо подогреть. Значит, ладно. И бутербродики. Масло сливочное, сыр. Ну, я пока сделала 2. Если что, значит, намажем, добавим себе. Вот такой вот цикорий. Я себе сахар добавила 1 ложечку. Вот Саша налила сосисочки и кашка. Будем завтракать. Всем приятного аппетита, кто завтракает. Каша с маслом, просто я ее размешивала. Всем приятного аппетита. На обед у нас борщ. Сметана, хлеб, чесночок. Ну, дополнение есть. Саша любит сметану, когда поесть с сахаром. Но мы наедаемся супом. Суп с мясом. Суп с мясом. Это мне. Тут очень много мяса. Как бы мы наедаемся. Всем приятного аппетита. Мы будем обедать. Я сейчас заварю чай. Чайничек у меня уже закипел. Опа. И буду пить вот такой вот чай. Пиалушечки. Ай. Горячо. Горячо. Очень вкусный чай. Я завариваю для себя. Вот. И у нас будет чаепитие. Ну вот и ужин наш. Хотела гуляш, мясо не купила. Но сделала голень. Пюре с маслом, на молочке, со сливочным маслом. В салатик добавила перчика, огурчик. У меня компотик. Саша, наверное, чай нальет. Здесь орешки пожарила, угостила Мишу. Всем приятного аппетита. И всем пока-пока. Всем хочу пожелать здоровья, мира, добра. Всем пока, мои хорошие.